В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное лицензированию религиозных учебных заведений. Цель семинара в первую очередь выразилась в обосновании механизма внедрения гуманистических традиций ислама в повседневные формы организации досуга в учреждениях культуры и учебных заведениях. Это и медресе, среднее профессиональное образование, это вузы. И, естественно, мы находимся в едином правовом пространстве, в едином образовательном пространстве. И поэтому, естественно, надзорный орган – это Министерство образования и регионов и Российской Федерации, и другие проверяющие органы, Министерство юстиции, они от нас требуют те же, что и светским учебным заведениям. На семинаре присутствовали и выступали специалисты из Министерства образования, эксперты и религиозные деятели. Обсуждались вопросы сферы образования для грамотного выстраивания работы. Я думаю, для религиозных учебных заведений это очень важно, чтобы они правильно строили свою работу. С этой точки зрения мы должны четко знать российские законодательства, как организовать учебный процесс. Но с этой точки зрения семинар является очень важным. Напомним, что данный семинар проводился совместно с Казанским федеральным университетом. По словам Рафика Мухаммедшина, организация подобных мероприятий важна для просвещения молодежи. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.